Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами поговорим о выращивании винограда на беседке. Часто возникает такой вопрос, пожелание, что я бы хотел выращивать виноград на беседке, ну такой вот, чтобы вот посадил, грубо говоря, про него забыл, да, но при этом, чтобы у меня и зелень была, и ягоды были желательно. Крупно, с большими гроздями, вкусно. Нет, вот это из области фантастики, такого не бывает. Для того, чтобы иметь и зелень, и урожай, надо все-таки приложить некоторые усилия. И вот сегодня я вам расскажу, как сформировать виноград на беседке и при этом получить и вкусную ягоду, и красивый зеленый заборчик. А прежде чем мы начнем про это говорить, нам надо понимать вообще, как растет виноград и в чем его основная особенность. А основная его особенность – это полярность. Если мы, кстати, это не только для винограда характерно, это характерно и для многих других лиан. Примеры я вам потом покажу. Так вот, что многие считают, что... Вот, кстати, у меня за спиной беседка, что мы вот так вот пустим виноград вверх, да, и у нас тут будет красиво. Нет, красиво не будет. Тоже пример покажу. У винограда в таком случае, если мы его будем пускать вертикально, будут хорошо развиваться только верхние почки. А низ будет, ну, таким достаточно лысым, тут будут какие-то палки, но красоты не получится. Вот живой пример. То есть вот такие будут палки, где-то немножко сверху будет зелень. Ну, в общем-то, ни зелени, ни ягоды нормальные в таком случае вы не увидите. Ну, либо будете видеть раз в несколько лет. Даже смотрите, вот здесь забор, это девичий виноград. Конечно, летом здесь зеленая стена. Но по весне, по осени все равно будет вот такое. Соответственно, если вы будете просто пускать на самотек виноград на вашей беседке, то приблизительно можно через несколько лет получить вот такую картину. Ну, я же говорю, летом более-менее, но сказать, чтобы это особо эстетично выглядит весной, да, я думаю, что тут без комментариев. Я вам показываю это на примере клематиса. Вот внизу почки практически закрыты. Смотрите, мы идем вверх, больше открыты. И идем дальше вверх. И вот здесь видите уже, какие почки? Вот, и чем выше, тем они более крупные. То есть, если мы пытаемся вот как-то вот так вот пускать, сверху мы что-то получим, а внизу у нас будут голые стволы. И вот здесь, например, я хочу, чтобы мне клематис завил забор, и вот чтобы он красиво это сделал, чтобы мне получить действительно такую цветочную стенку. Вот. Я лиану положила в горизонтальное положение. И теперь вот эти почки будут развиваться плюс-минус равномерно. Так вот, чтобы преодолеть эту самую полярность, как я вам уже показала на клематисах, мы лозу запускаем в горизонт. Кстати, вот такую лозу укрыть на зиму вообще проблем не составляет. Освоили чуть-чуть обрезку, обычная веерная формировка, и все в порядке. То есть здесь все легко и просто. Видим зеленые почечки. Они сейчас очень активно пойдут в рост и пойдут вверх. Вот так. И в скорости моя беседка вся станет зелененькой, красивой, аккуратненькой стеночкой. Примерно вот так вот я вам прорисовала, как это будет выглядеть в реальности. И кроме красивой зеленой стенки, вы еще получите и хороший урожай. Дальше смотрите, у меня беседка с крышей. Но у кого-то она без крыши, и есть пожелание, да, чтобы стеночки были увиты виноградом, и крыша. Ну, опять же, все вместе получить можно, но тогда мы наверх применяем формировку по типу перголы, и часть кустов поднимаем наверх, а часть делаем вот этим же веером.
И те кусты, которые у нас идут веером, они будут закрывать стеночки. А то, что формируется перголой, кстати, перголу тоже можно снимать на зиму, будет сверху. И вот тогда мы получим и зеленую массу красивую, да, красиво плетеная беседка и ягодки. Теперь поговорим кратенько о формировке типа пергола. Представим, что у нас вот такая беседка, у которой мы хотим закрыть крышу. И первый вариант. Мы выращиваем куст вот до этой самой крыши, до верха, и там располагаем лозы. При любой формировке нам нужно помнить основной принцип роста винограда и его плодоношения. Виноград плодоносит на побегах прошлого года. То есть вот эти вот зелененькие побеги, на которых висят грозди, они растут из почек, которые расположены на тех побегах, которые выросли в прошлом году. И здесь я вам схематично показываю. Вот рукав поднимается вверх до крыши. Потом на стоечке мы располагаем вот этот самый побег прошлого года. Здесь у нас их два. Их же еще называют плодовыми звеньями. Они обозначены более светлым коричневым цветом. И вот из их почек идут зеленые побеги, которые у нас растут все лето, которые нам формируют красивый навес. И там же располагаются грозди. То есть, в общем-то, принцип абсолютно такой же, как и у веера и у всех остальных формировок. Единственное, что веер мы располагаем внизу, а перголу мы поднимаем наверх. Как дорастить, вот за сколько лет и сформировать такой куст, не тема этого видео. Здесь я хочу вам показать, какие могут быть варианты для оформления беседки. Дальше, смотрите, я вам говорила, что с перголы можно виноград тоже снимать. И в наших условиях, если мы хотим иметь стабильное плодоношение каждый год, желательно это делать. Много раз я говорила, почему в наших условиях, в средней полосе, в Минской области выращивание винограда без укрытия, ну, это такая, скажем, авантюра и лотерея. Как повезет, расти будет, стабильно плодоносить, еще раз повторюсь, как повезет. Так вот, видим с правой стороны, у нас вот этот самый рукав запущен под углом. Да, вот он темно-коричневым обозначен. И светло-коричневым я опять же обозначила побеги прошлого года, плодовые звенья. И более темно-зелененький, вот с противоположной стороны, да, обозначено, как они растут на этой самой вашей крыше беседки. То есть здесь самое важное, вот этот большой рукав запускать под углом. Тогда мы сможем снять его на землю по осени. Разумеется, перед тем, как по осени снять, надо обрезать. И обрезка, неважно, укрываем мы, не укрываем, снимаем мы с опоры, не снимаем. Обрезка – это тоже одна из обязательных операций для винограда, если мы хотим, чтобы он и красиво рос, и хорошо плодоносил. На переднем плане показано, как обрезается вот этот наш первый кустик, который мы якобы оставим на опоре. Видите, остаются два побежика зелененьких, да, они в этом году зеленые, но к осени они уже вызревают, и в следующем году они нам будут давать те же плодовые звенья. Сейчас, опять же, мы не вдаемся в подробности, что какие-то почки куда-то отодвигаются и все остальное. Здесь я все это рассказываю очень схематично, чтобы вы просто понимали принципы. И вот тот кустик, который у нас пойдет на снятие, на укрытие, тоже там красным обозначено на заднем плане, где мы обрезаем. То есть мы опять же оставляем вон темный зелененький. Здесь он обозначен темный зелененький. Напомню, к осени он будет коричневый побег, который рос в этом году и в следующем году. Вот мы его также положим на опору. И он даст вот те же почечки, те же зеленые побеги, которые будут плодоносить. Со вторым побегом то же самое, я просто уже постаралась не перегружать рисунок, чтобы не было его слишком много.
И вот после обрезки мы получаем примерно такую картинку разными оттенками коричневого. Я как раз-таки обозначила, скажем так, возраст древесины. Да? Совсем темный – это наш рукав, который давно вырос. Чуть светлее – это то, что у нас было в этом году, чуть-чуть осталось. И самое светлое коричневое – это то, что у нас образовалось из зеленых побегов. Примерно вот так вот все это будет выглядеть. Ну, как видите, тот кустик, который у нас рос под углом, который планировался под укрытие, вот он прекрасно укладывается на землю. Художник из меня, конечно, не самый лучший, но схематично все это выглядит примерно вот так. Конечно, тот, который растет совсем прямо, еще в первые годы его можно попробовать как-то вложить, но потом рукав будет слишком толстым, и положить на землю его будет невозможно. Но тем не менее, то есть неважно, еще раз повторюсь, будете его спускать на землю, либо не спускать, если мы хотим и ягодки, и красоту, нам все равно надо будет обрезать посей примерно вот до такого состояния. Также для беседки вы можете встретить вариант смешанной формировки, когда один и тот же куст, часть его поднимается наверх, часть формируется веером внизу, и вы получаете и стеночки зеленые, и вверх, но на самом деле генетика винограда заложена расти вверху. Поэтому если мы его наверх запустим, то низ постепенно будет ослабевать. И поддерживать такую формировку в хорошем, красивом состоянии будет крайне сложно, поэтому такой вариант я вам не рекомендую. Лучше делать отдельно. Одни кусты одной формировкой, вторые кусты второй формировкой. И что нам обязательно следует помнить. Если мы хотим и красивую зелень, и урожай, нам все равно надо будет ухаживать. Независимо от того, какую формировку мы выбрали. Перголу, либо веер, либо и то, и другое, все равно за кустами надо ухаживать. Вот тогда мы получим и красивую зелень, и ягоду. Если мы ухаживать не будем, зелень у нас будет, но тоже она может быть разной и не всегда красивой, не всегда эстетичной, но с урожаем вообще может быть вопрос. Вместе с тем, все реально, все возможно, надо только учитывать то, как виноград растет, принцип полярности, о котором я вам рассказала, и выбрать подходящую вам и вашей беседке формировку. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда и мой контакт. И до новых встреч!